Люди рождаются, люди умирают. Знаете, да? Люди встречаются, люди влюбляются. Да? Женятся, такой замуж, несмотря на коронавирус, ни на что несмотря, да? Жизнь продолжается, друзья. Поэтому, слава Богу, кроме печали, да, вот мы в пятницу молились о наших друзьях, которые болеют, больницы, там, между жизнью и смертью, печаль, у нас есть и радость, да? Голос жениха и невесты, они говорят о том, что жизнь продолжается, Бог еще обидел свой народ. Поэтому, кроме брака, который будет на следующей неделе, у нас еще брак один намечается, да, на осень. Кто это, друзья? Это наши друзья, наши члены церкви, брат Вениамин Иванович, Павлович, извиняюсь, Павлович, Павел Иванович, да, сын Веры Павловны, сажает, желает, сейчас нам скажет, что желает. Да. Пожалуйста, Вениамин, скажите, что ты желаешь? Желаю остаток жизни провести с людьми. Видите, да? Мудрее. Юлия Сергеевна Мудрее. Вот они желают дальше провести путь вместе. Стоят они перед церковью, а кто-то уже знал об этом, кто-то не знал, и будете знать. И это ответственное дело. Не просто знать, и там судить. Подходят и подходят, там все. А молиться. Молиться. Неделя впереди, друзья, у нас такой порядок, неделя, для того, чтобы молиться, давать волю Божию помочь. Если есть какие-то действительно переживания или откровения у кого-то, что, мол, не тот или не так, пожалуйста, подходите и говорите. Мы люди, друзья, это серьезно, это на всю жизнь. Поэтому будем молиться, друзья, и будем благословлять молодых, если препятствий нет. Пожелания, друзья, всем нам и нашим друзьям. Два месяца Священного Писания, мы знаем, как наизусть. Евангелие от Матфея 5:8. Блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят. Очень важно, друзья, вот, сохранить в чистоте вообще наши сердца, наши мысли и все остальное. Поэтому мы с друзьями говорили, и чтобы они были счастливы в браке, чтобы они это обсудили. То есть были чистыми и сохраняли себя в чистоте. И второе место, друзья, дорогие, это место, которое для всех нас и особенно для них. Знаете, молодые, они до брака, они настолько влюблены, как вот Веня говорил нам в братском совете, сейчас говорит, что ну, он не представляет себе жизни без нее, а она без него, да, дальше. Друзья, дорогие, то есть, как говорят, по уши, да, или даже с головой. Все, ну это естественно, друзья. Наш Бог, мы благодарим Тебе за Твою милость нам. Твою благодать к нам за время, которое Ты нам даешь. Больше всего благодарны за жертву Сына Твоего, Иисуса Христа. Господь, благодарим Тебя за путь, которым мы идем. Благодарим Тебя, Господь, и за друзей, близких, людей, которые нам становятся близкими. Господь, мы просим Тебя, Ты благослови нас, Господь, в будущем. Сколько Ты дашь нам времени, просим, Ты благослови и будь с нами, и Юлечку, и меня, Господь, прошу Тебя. Чтоб Ты всегда был у нас на первом месте. Во имя Иисуса Христа, аминь. Боже наш, Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Твою любовь, за чудный план спасения нашего, вообще план для человека. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты говоришь, что нехорошо быть человеку одному, и приходит время, когда двое становятся одним. И вот Веня желал, он посчитал, что это время для него, для того, чтобы слиться, и вот сегодня мы стоим перед церковью. Желаю, чтобы церковь могла подтвердить, что это на это есть Твоя воля. Помоги нам молиться об этом, Господи. А брату Вене, сестре, Вене, Господи, помоги, чтобы они могли продолжать любить Тебя больше всего, Господи, туда, и любовь между ними будет на своем месте, и она будет крепкой на все время земной жизни. Благослови подготовку к браку, все обстоятельства, Господи, и доверяй Тебе. Не переставать служить Тебе, Господи, любить Тебя и радовать сердце Твое, а также и наше. Во имя Иисуса Христа благодарим Тебя и поклоняемся Богу наш. Аминь. Аминь. Можно поздравлять молодых. Это только начало. Как вам нравится?